Не прошла проверку госавтоинспекции. Новую автомобильную дорогу, соединяющую улицу Пионерскую с новостройками на Сущинского и Швецова, проверили на соблюдение требований технических норм в части обеспечения безопасности дорожного движения. Результат обследования – множество нарушений. Напомню, новая автомобильная дорога была официально открыта 26 сентября. Никаких претензий к подрядчику у приемной комиссии не было. Дорогу признали соответствующей всем требованиям и стандартам. Первые нарушения обнаружили сотрудники отдела ГИБДД по Ненецкому округу. При приемке не были учтены такие моменты, как нарушения в расстановке дорожных знаков, в частности, пешеходный переход установлены нарушениями ГОСТов и стандартов. Значит, ненадлежащим образом закрыт съезд в сторону строящейся дороги Наринмар-Тельвиска, имеющей как бы начало от этой дороги, вот, что создает непосредственно угрозу безопасности дорожного движения. Существует несколько съездов с этой автомобильной дороги. Это технологические съезды, съезды во дворы, то есть фактически являющиеся перекрестками пересечения автомобильной дороги. Значит, на данных съездах и перед ними по самой автомобильной дороге также нарушение ГОСТов и стандартов. Не установлены знаки приоритета, такие как главная дорога и уступи дорогу. Кроме того, в местах расположения остановок отсутствует дорожная разметка желтого цвета, а в темное время суток дорога не освещается. В ближайшее время в администрацию города будет направлено официальное письмо с предложением об устранении нарушений.